Привет, друзья! Вы на канале «Жизнь продолжается». Зовут меня Галина. В предыдущем ролике я показала мои вышивки, которые украшают интерьер моего дома, вернее, моей квартиры. Те, кто на меня давно подписаны, они видели мои вышивки, украшают дачный домик. Еще я говорила, что большую часть моих работ вышивок я раздарила и продолжаю раздаривать. И есть еще работы, которые в шкафах лежат. Я подсчитала вышивок. Оказалось, за 2 с небольшим года я вышила более 60. Некоторые, самые первые свои работы и те, что украшают мою квартиру, я вам уже показала в прошлом видео. Ну а сегодня продолжим. Очаровательная дама по рисунку Нади Рушевой. Работа оказалась нелегкой из-за того, что нити очень близки по тону. Это только кажется, что здесь всего 2 цвета – черный и бежевый. На самом деле 8 оттенков бежевого. Работа очень нравится, но повторить, боже упаси. Дама у зеркала вам уже знакома. Назову просто параметры 24 на 50. Набор называется NV93 от MP Studio. Вышивала по схеме, найденной в интернете. Не жалею о потраченных вечерах. Серенада осени. Набор от творчества и краса. 30 на 40 сантиметров. 16 цветов. 2 цвета смешанных. 6 в одну нить. Вот такая романтичная и лиричная картина. «Без тебя». Так назвала картинку, нашла в интернете. И тоже по фотографии чьей-то работы вышила. 20 на 32 получилось. Канву специально подбирала. С разводами, с такими, с коричневыми. Фон осени. И нитки подобрала темно-коричневые. И получилась вот такая картина. К моему давнему, предавнему стихотворению. Нет, без тебя я не умру от одиночества, печали, воспоминаний теплой шалью отогреваюсь на юру, хитросплетение вещих рун, ищу приметы новой встречи, теплом надежд укрою плечи и не продрогну на ветру. Ромашкой поздней сентябрю я поклонюсь за бабье лето, и теплотой его согрета осенний тень благодарю. Нет, без тебя я не умру. Гитару старую настрою, ей расскажу о нас с тобою, про жаркий плен любимых рук. Нет, без тебя я не умру. Набор для вышивания крестом номер 757, производитель фирма Риолис, 10 на 10, нитки шерсть, 10 цветов, вот, вышила такую безделицу, очень люблю ромашки, ну и бабочек, конечно, а тут они вместе, разве могла я удержаться, тем более, что лето прошло уже к тому времени, когда вышивала, так пусть хотя бы в крестиках вслед свой оставит уходящее дачное лето. Бисерные одуванчики от Риолис, 10 на 13. Просто потому, что уже не могла сидеть без пялец. Набор для меда. Золотое руно, 10 на 14, 12 цветов. Картина эта хорошо вписалась в интерьер дачной кухни. Мои давние подписчицы, я думаю, замечали на дачной кухне эту вышивку. А эта картина украшает мою кухню в городе. Красные ягоды. 23 цвета, 12,5 на 27 сантиметров. А эта картина была в пару к красным ягодам. Желтый листок. 19 цветов, 12,5 тоже на 27 сантиметров. Подарила знакомой. Лягушонок 14 на 14.
Набор от Алиса. Простенький и легкий наборчик. Но я обожаю лягушат, а этот такой очаровашка, что не удержалась. Однажды вечером, как уже говорила, как семечки пощелкала. Вот такие влюбленные кошечки снова. Набор для вышивания 402 от Овен. 15 на 13. Два цвета. Это я вышивала поздней осенью, сидя на даче, пока морозы не прогнали. И как раз к тому времени уже прихваченные с собой из города рамки закончились. И поэтому под багет приспособила то, что было под рукой. Коробочку из-под конфет. И, как говорят, ничего нет более постоянного, чем временное. Так с тех пор эта вышивка у меня на даче, в багете, то есть в коробочке из-под конфет. Матрёнин посад. Рисунок на канве 23 на 28 сантиметров. Вышила букет любимых цветов из остатков мулине и шерсти. Кстати, рамка тоже моя работа. И идея тоже моя, и дизайн, и пилка-сбивка. Вот, до сих пор висит на даче. И тоже видели, показывала. Набор для вышивания крестом номер 769 Атриолис. 30 на 24 сантиметра. 10 цветов, нитки шерстяные. Осень, излюбленная тема моих стихов, кленовый лист, мой лирический герой. Позднее подарила подруге, а себе еще вышила. Зимний пейзаж. Лунная ночь называется. От Царевна мать. 22,5 на 18 сантиметров. 5 цветов. Украшает дачный домик. А эти березы с мосточком. Очарование. Тоже украшают дачный домик. Набор от Риолиса, 26 на 38, 30 цветов и 3 смешанных цвета. Картинка простая и очень милая сама по себе, поэтому решила не тратиться на оформление. Чтобы подогнать под стандартную дешевую рамку, сверху довышила 13 рядов. По-моему, ничем не испортила. И эти подсолнухи украшают наш дачный интерьер. 15 на 20, 15 цветов. Вышивалась быстро, между делом, просто чтоб наборчик не валялся. И снова подсолнухи, но на этот раз из моей городской кухни. Напоминают дачное лето. Набор от Риолиса, размер 30 на 40. Очень картинка нравится, как и все, что связано с деревенским пейзажем. Работалась, как обычно, с удовольствием. Ну и рамочку тоже. Простенькая рамочка, стандартная, подошла. Ну а эта икона, святая Елена, вышивала с любовью для моей мамочки на ее юбилей. Есть обращения на разные случаи к мамам. Признаюсь я вам, самое милое, самое лучшее, самое краткое – мам. Пусть простовато звучит обращение, пусть без затей и прикрас, но в настоящем использую времени. Мам – это значит сейчас. Ты мне прости, уж давно не девчонка я, эгоистичность мою. Мам, это значит, что я еще в доченьках, не на переднем краю. Мам, будь здорова, красива и счастлива. И в окружении любви нас, сыновей, дочерей, внуков, правнуков. Мам, ты подольше живи. Продолжение следует. Кому интересно, заглядывайте. Всего доброго. Всем мирного неба над головой. Будьте здоровы и счастливы. До новых встреч на моем канале.